Поговори со мной немного, но что тебе стоит? Пусть меня ждет дорога скоро, и в далях дальних я позабуду все, что было, и успокоить смогут меня чужие лица. Но что так ранит, что меня держит в этих стенах, когда светает, как меня греют эти руки, когда замерзший я возвращаюсь в дом уютный, где пахнет крепким чаем и не понимаю, для чего. Я уезжаю на край света, там, где лето, только зачем оно мне без тебя? Далекий город словно мелом, снегом белым я рисую в мечтах. Ты остаешься и не знаешь, что растаешь, как только первый луч коснется крыш. Знай, что всегда открыты двери, все позади потери. Ты еще не веришь, но уже летишь. Па-п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 а
Поговори со мной немного, еще остается пара часов, чтобы подумать, как друг без друга. Будем учиться жить, как раньше, и пусть смеется ангел-хранитель грустный самый. Но как из круга вырвать тебя и знать, что завтра снега растают? Вспомнить, что есть любовь такая, какой не будет. И я не поверю в то, что люди друг друга так теряют. Может быть, ты знаешь, почему? Я уезжаю на край света, там, где лето. Только зачем оно мне без тебя? Далекий город словно мелом, снегом белым я рисую в мечтах. Ты остаешься и не знаешь, что растаешь, как только первый луч коснется крыш. Знаешь, что всегда открыты двери, все позади потери, ты еще не веришь, но уже летишь. Поговори со мной немного, ну что тебе стоит? Пусть меня ждет дорога скоро, и в далях дальних я позабуду все, что было, и, может быть, успокоюсь, сам еще не знаю, почему. Добрый вечер, Гоми. Мы работаем в прямом эфире, телефон в студии 34-22-43. И сегодня у нас в гостях известный музыкант, певец и композитор Вячеслав Корса. Добрый вечер, Гомель. Слав, добрый вечер. Вот ты знаешь, вроде бы мы совсем недавно виделись в этой студии, но поверь, наши зрители уже успели соскучиться по твоим песням. Кстати, что это было сейчас? Это что-то новенькое? Ну, она не совсем новенькая, но эта песня для меня знаковая, потому что она написана совместно с композитором Александром Удовенко из Киева, который известен как автор саундтрека к телесериалу «Сваты». Ты в одной из передач об этом говорил? Да, мы с ним вместе, вместе пишем песни, и вот это одна из них. Вот заглавная песня одной из моих ближайших перспективных программ. Вот. Ну, я просто хочу обозначить для наших зрителей, что твое появление в нашей студии, оно не бывает случайным. Кстати, сегодня оно очень даже, что называется, кстати. Дело в том, что именно сегодня, дорогие друзья, в Гомеле открылся 13-й международный фестиваль «Ренессанс гитары». Ну, а ты один из тех, кто был участником, по-моему, нескольких первых фестивалей. Ну, самых первых, да. 95-96 год, вот, были первые два фестиваля, в которых я участвовал. И в этом году вот у меня директор фестиваля Игорь Шоршин, который сейчас весь в работе, все в фестивале, он сейчас концерт происходит, он меня уполномочил, чтобы я мог сегодня говорить о «Ренессансе гитары». Он действительно, этот фестиваль мощный, ярчайший фестиваль инструментальной музыки. Хотя, казалось бы, я пою песни, я не инструментальный гитарист, как бы не инструменталист, да, не классический гитарист, не академический, но тем не менее.
Вот я в этом фестивале все время в тусовке нахожусь, когда приезжают гитаристы, мы очень дружим, и вот для меня этот фестиваль тоже какой-то родной такой, потому что встречаемся с людьми, которые вот всегда, которых всегда очень, очень приятно там вот. Зашла, вот мы с тобой сколько уже работаем вместе в эфире, сколько встречаемся вот за кадром, но я вот не знаю, ответь, пожалуйста, на вопрос, в каком возрасте ты стал вообще играть на гитаре, и это был какой-то осознанный выбор, или все-таки были другие еще инструменты? В 16, нет, меня в первый, бабушка отвела в музыкальную школу на фортепиано, но я продержался там 4 года. Да, потом был гобой, я учился на гобое несколько лет, вот, а потом, когда мне было 16 лет, я взял гитару в руки. Ну вот и как бы так пошло, само поехало. А вот смотри, сегодня говорим про ренессанс гитары. Как ты считаешь, для человека, который вот научился играть на гитаре, выступление я таких публичное... не знаю, кто научился. Все учатся. Все учатся, хорошо, я скажу именно так. Да, которые учатся и играют на гитаре. Выступление перед публикой, это важно вообще? Вот если взять молодых людей, которые сегодня пришли на конкурс на ренессанс гитары. Я думаю, да, потому что выступление на публике — это в первую очередь энергообмен. Потому что если ты поешь... Хотя, на самом деле, даже вот в микрофон можно уметь петь с энергообменом. Но в любом случае, конечно, опыт сценических выступлений — это очень важно, потому что они позволяют тебе научиться чувствовать зрителя, тебе научиться с ним взаимодействовать, с ним контактировать, то есть и отвечать на его... посылы и делать свои посылы. У тебя такие посылы нашим зрителям, они вот только-только вроде началась программа, они уже, да, звонят к нам в студию. Я думаю, это, наверное, какие-то твои поклонники. Давай послушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, Наталья и гости в студии. Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Меня зовут Герасим. Герасим, рада слышать. Я хотел бы вас поздравить всех, вас, Вячеслав, особенно, и всех комедийцев, и всех в студии. Сегодня Всемирный день рок-н-ролла. Я услышу вашу гитару. И хочу поздравить вас и подарить вам стихи. Спасибо. Не попсой, сегодня Гомель околдован рок-н-роллом, он как солнцем опален. Я и сам давно битлами очарован, у Роллинг Стоун и Лед Зеппелин улюблен. Не могу я слушать Баскова и Нюшу, Ози Осборн, с Курт Кобейном мне друзья, Бонни Тайлер греет сердце мне и душу, от Тины Тернан млеет девушка моя. Если слушать, вы такую музыку способны, значит, вас сам Бог, наверное, полюбил. Ритмы рок-н-ролла просто бесподобны, Элвис Пресли меня в этом убедил. Так пускай звучит везде и всюду любимый рок-н-ролл. От парка до Сельмаша никогда Пинк Флойд и Дип Перпл я не забуду, как и девушку с красивым именем Наташа. Спасибо. Ой. Герасим, вот умеете вы. Спасибо вам большое. Вот это Герасим и Вячеслав. Вот такой дуэт получился у нас в начале программы, посвященной рок-н-роллу. Спасибо большое. Итак, возвращаемся к ренессансу. Вот самые интересные моменты фестиваля «Ренессанс гитары», я напоминаю, дорогие друзья, состоятся завтра, 14 апреля в 19:00 в городском центре культуры. И, кстати, вот у наших зрителей, Слава, есть уникальная возможность выиграть сегодня пригласительные билеты на завтрашний концерт. Но не только. У наших зрителей есть еще интересная возможность. Так. Если наши зрители играют на гитаре, то они могут прийти на завтрашний концерт, вернее, там будет еще репетиция перед концертом. На афише фестиваля можно узнать по телефону, во сколько точно репетиция, я сейчас не помню. Вот. И можно будет сыграть в гитарном оркестре. Любой желающий, который умеет играть... То есть прийти с музыкальным инструментом? Да. Тот, кто приходит с гитарой завтра на концерт, он проходит на концерт бесплатно, он может прийти, присоединиться к гитарному оркестру, поучаствовать в постановке рекорда. Будем играть Yesterday, будем играть Леди Мадонну, будем играть Романс Гомеса, будем играть Косюяс Конюшина. Во всем этом можно поучаствовать и поставить очередной рекорд. В прошлом году было 153 человека. Лично считал. Ничего себе! Дорогие друзья, но если вдруг у вас нет гитары, но вы хотите попасть на этот концерт, вы можете выиграть сегодня его в нашей программе. Вот подождите, совсем скоро мы устроим конкурс 34-22-43. Просто напоминаю телефон прямого эфира. Но прежде, Слав, я бы хотела, знаешь, обозначить все-таки тему нашей сегодняшней программы и задать тебе вопрос, который, ну, может быть, тебя немного шокирует. Часто ли тебе в твоей обычной жизни, в твоей творческой музыкальной жизни приходится сталкиваться с подделками и фальшивками? Вообще вопрос очень интересный, потому что для меня он очень актуальный. Потому что сегодня, вот сегодня, на сегодняшний день, очень большую популярность приобрело репродуктивное творчество.
Так, репродуктивное творчество. То есть, даже... когда, это когда люди уже перестают писать много своего и стараются больше петь чужих песен, иногда делают их не совсем хорошо, но как бы пользуясь тем, что люди всегда ностальгируют по прошлому, да, и появилось огромное количество кавер-бендов, громадное количество кавер-бендов, и они вытесняют очень много действительно хороших людей, которые пишут сами и, ну, идут на поводу как бы у публики, не тянут публику, не воспитывают публику. Очень много подделок в этом. Я очень, очень не люблю вот это, наверное. Хорошо. Ты знаешь, учитывая, что ты гастролирующий вот музыкант, наверняка у тебя будет еще сегодня рассказана для наших зрителей не одна история, связанная с более предметными фальшивками. Сегодня, по крайней мере, в нашей программе, вот чуть позже ты поймешь, о чем я говорю. Дело в том, что сегодня мы будем говорить о подделках, где гомельчане чаще всего сталкиваются с фальшивками, как уберечь себя, например, вот от фальшивых купюр, от поддельных там сделок, да, и кто в нашей области может в этом помочь. Вот именно об этом, дорогие друзья, пойдет речь в сегодняшней нашей программе. 34-22-43. Звоните в студию, пишите в Вайбер. Нам очень интересны ваши истории, с какими фальшивками сталкиваетесь вы. Ну, а пока, как я и обещала, конкурс. Итак, вопрос конкурса. На какой белорусской банкноте изображен Гомельский дворец Румянцевых и Паскевичей? Слав, ты знаешь ответ? Да. Только не говори. Я понимаю. Знаешь. Хорошо. 34-22-43. Если вы не знаете правильный ответ, достаньте свои кошельки, найдите белорусские купюры и посмотрите, на какой из них изображен Гомельский дворец Румянцевых-Паскевичей. Ну, а автор правильного ответа получит пригласительный билет на две персоны на концерт, на большой концерт гостей и гитарного оркестра Международного фестиваля «Ренессанс гитары», который состоится завтра, 14 апреля в 19:00 в Гомеле, в городском центре культуры. И, как уже Вячеслав обозначил, для тех, кто привез гитарой, это будет вход бесплатный. Ну, а для остальных есть возможность выиграть билеты в нашей программе. Кстати, знаешь, тема очень актуальна, на самом деле, фальшивки и подделки. Мы ее проанонсировали до эфира, и вот уже приходит первое сообщение. Тебе интересно, как гомельчане с какими фальшивками сталкиваются? Вот, например, Ольга, она сообщает, что однажды купила, кстати, фальшивый билет на концерт рок-звезды, и было очень обидно. Вот мне кажется, действительно, это слишком обидно. Но Иван вообще считает, что его окружают китайские подделки. Иван, не только вас, поверьте, окружают китайские подделки. А вот Маргарита задает вопрос. Она, короче, Маргарите кажется, что муж привез фальшивые рубли из России, и она, в общем-то, не уверена, но беспокоится, где их можно проверить. Слава, а что бы ты сделал, если бы тебе в руки попались фальшивые купюры? Я бы испугался, наверное. Испугался? А что мне за это будет? Я сейчас сунусь где-нибудь недавно. И что дальше? Ты побежал бы куда-нибудь? Ну, вот? Конечно, побежал бы. Куда-нибудь обязательно их проверить? Конечно. И не боялся бы, что тебя могут привлечь за не, это? Ну я же их не пытался где-то. Хотя... То есть я вижу вопрос, который у тебя вопросы, ну, связанные здесь, да, с этой здесь темой. Здесь, наверное, ситуация была бы непростая, потому что пришлось бы каким-то образом реагировать. И, ну да, степень испуга была бы большая. Может быть, такая степень испуга связана с тем, что мы не все знаем про то, где, как провести подобные как бы исследования. И, может быть, мы не до конца уверены, что ж такое на самом деле фальшивая купюра. Мы же сегодня купюра. Узнаем, правильно? Конечно, именно сегодня, да. Для этого мы и собрались в этой студии. Дорогие друзья, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте познакомимся, как вас зовут? Добрый день, Наталья. Добрый день, Вячеслав. Ой, вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, а я говорю день. Я хочу ответить на вопрос. Я думаю, что это купюра номиналом 20 рублей. А как вас зовут? Ксения меня зовут. Ксения, я вас не узнала, вы же наш постоянный телезритель, вот по смеху только. Ксения, вы знаете, спасибо вам большое, я сейчас еще раз для наших зрителей напомню, на какой белорусской банкноте изображен Гомельский дворец Румянцевых-Паскевичей, Слав? Как ты считаешь, Ксения права? Да. 20 рублей, дорогие друзья. Ксения получила не только эти аплодисменты, но еще и пригласительный билет на концерт, на большой концерт гостей гитарного оркестра Международного фестиваля «Ренессанс гитары», который состоится завтра, 14 апреля в 19:00 в Гомеле в городском центре культуры. Спасибо большое, Ксения. Дорогие друзья, 34-22-43. Звоните, рассказывайте свои истории, с какими фальшивками вы сталкивались в своей жизни. И, конечно же, следите. Скоро появятся новые вопросы и новые пригласительные билеты. Ну, а далее, я думаю, самое время поговорить о том, кто проводит подобные экспертизы с фальшивыми не только купюрами, но и с фальшивыми, может быть, другими какими-то предметами. И для этого я хочу пригласить в нашу студию
Заместителя начальника управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области Сергея Николаевича Крундикова. Встречайте, пожалуйста. Сергей Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Не с пустыми руками. Управление Государственного комитета по Гомельской области в честь пятилетия образования комитета дарит вам наши скромные сувениры. Вы знаете, с таким юбилеем нас еще никто не поздравлял. Спасибо большое. Спасибо за сувениры. То есть это, я так понимаю, здесь можно найти все про управление и про то, чем вы, в принципе, занимаетесь. Присаживайтесь, пожалуйста. Какие виды экспертиз мы проводим? Ну, сейчас вот об этом мы поговорим подробнее. Для начала хочу обозначить еще раз, что Государственный комитет судебных экспертиз на сегодня это самая такая молодая республиканская структура. В этом году вот вам исполняется 5 лет. Вот расскажите, что показали эти 5 лет, насколько вообще необходимо развитие такого направления, как экспертиза, вот, например, в нашем регионе? Сегодня. Уважаемая Наталья, да, эта структура одна из самых молодых в Республике Беларусь. Значит, Государственный комитет образовался и считая свою историю 22 апреля 2013 года со дня подписания президентом указа об образовании Государственного комитета. Целью образования было совершенствование государственной судебно-экспертной деятельности, защита прав и законных интересов граждан, организаций, в судебных процессах, гражданском, уголовном, административном, хозяйственном. Значит, до образования Государственного комитета у нас скопилось достаточно проблем, которые не давали в полной мере реализовывать функции и задачи, которые стояли перед экспертами. И вот что удалось у вас изменить вот за это время? Появились, может быть, какие-то новые виды экспертиз? Стало более как-то спокойнее жить? Значит, за это время мы решили много проблемных вопросов. Мы решили вопрос оперативности проведения экспертиз, исключили полностью такое понятие, как очередность проведения экспертиз. Если раньше экспертизы могли проводиться до 6 месяцев, некоторые экспертизы до 1,5 года проводились, то в настоящий момент до 99%, даже и выше, проводятся экспертизы в срок до 30 суток. Мы очень обновили свою материально-техническую базу, как в управлении, так и в крупных международных отделах по области. Некоторые приборы были закуплены за счет областного бюджета. Такой прибор, как хроматомасс-спектрометр для проведения экспертиз по наркотикам. Значит, данный прибор нам удалось приобрести за счет средств областного бюджета. За это мы благодарны населению нашего региона, гомельчанам, как налогоплательщикам, и органам власти Гомельщины, которые приняли такое правильное решение. Ну, мне вот благодарность налогоплательщикам очень понравилась, мне кажется. Да, это такая благодарность редко звучит с экрана телевизора. Спасибо большое. Вы знаете, вот с момента основания Государственного комитета судебных экспертиз у граждан все-таки появилась возможность, да, вот за эти 5 лет пользоваться услугами экспертов-криминалистов вот наравне с правоохранительными органами. И вот очень любопытно, чем именно ваши эксперты могут помочь сегодня жителям Гомельщины? То есть вот какие экспертизы предлагают криминалисты населению и организациям? Расскажите. На данный момент жители Гомельщины могут пользоваться, им доступны более 30 видов экспертиз. Это как стандартные, традиционные криминалистические экспертизы, дактилоскопическая, трассологическая, почерковедческая, баллистическая, экспертиза холодного оружия, экспертиза портретной идентификации, документов. Это также и экспертиза специальная, спиртосодержащих жидкостей, наркотиков, психотропных веществ. Это технические виды экспертиз, к которым относятся пожарно-технические экспертизы, компьютеротехнические, радиоэлектронных устройств, фоноскопические, лингоскопические, товароведческие, автотовароведческие, и так далее, да. Судебно-медицинские, судебно-психиатрические экспертизы. Их очень много, все перечислять. Нет, все не надо, спасибо большое. Вы знаете, вот среди этих многочисленных экспертиз, которые вы планировали все перечислить, какие все-таки пользуются наибольшим спросом у наших граждан, и с чем вот лично вы, мне интересно, это связываете? У наших граждан наибольшей популярностью пользуются трассологическое исследование маркировочных, обозначение транспортных средств. Это вот эти ВИН-номера. Угу. Идентификационные номера. Так. Значит, это баллистические экспертизы. Это оружие. Это оружие. Так. Генетические экспертизы. Это вот на отцовство. На отцовство, на определение различной степени кровного родства. Так. Это товароведческие экспертизы.
это строительно-технические экспертизы. То есть это такие основные моменты. Ну, да. Я думаю, мы попробуем на них сегодня остановиться в нашей программе. Дорогие друзья, ну, напоминаю, что конкурсы продолжаются. Это вот чтобы наш Сергей Николаевич немножко отдышался, да. И 34-22-43, звоните, отвечайте, пожалуйста, на вопрос конкурса. Вопрос очень простой. Сколько весит современный белорусский рубль? Вопрос простой, почему? Потому что если вы не знаете на него ответ, вы можете сейчас вот прям достать белорусский рубль, приблизительно прикинуть, сколько он, на ваш взгляд, граммов весит, позвонить в нашу студию и предположить. И, в принципе, у вас есть возможность, дорогие друзья, получить сегодня приз. Приз предоставляет Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Это пригласительный билет на две персоны на концерт дипломанта народных международных конкурсов Екатерины Фабишевской. Концерт состоится 24 апреля в 19:00 в Белой гостиной Дворца Румянцевых и Паскевичей. И вот у каждого из вас есть возможность прикоснуться все-таки к настоящей неподдельной музыке благодаря вот такому вот призу. Итак, еще раз напоминаю, 34-22-43, сколько же весит современный белорусский рубль. И вот мне очень интересно, Сергей Николаевич, вы знаете ответ на этот вопрос? Нет. Нет. Я его не взвешивал. Вы знаете, почти никто не знает, но на самом деле просто действительно можно предположить, сколько граммов. Мне кажется, таким образом, по крайней мере, мы сможем, когда рассчитываемся, да, вот этой нашей, что называется, валютой, копейками, мы уже сможем как бы, ну, отличить. Определять подлинность по весу. Да, по весу, ну хотя бы приблизительно, это тоже очень-очень важно. Ну, дорогие друзья, мы продолжаем разговор в прямом эфире, и вот прямо сейчас я хочу пригласить в студию старшего эксперта отдела криминалистических экспертиз Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области. Встречайте, пожалуйста, Константин Печора у нас в гостях. Константин, добрый вечер. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Рады видеть вас в нашей студии. Вы знаете, вот мы только что выяснили, что для гомельчан очень актуальна проверка ВИН-кодов на автомобиле. Расскажите нам, как, в каких случаях проводится подобная проверка идентификационных номеров транспортных средств. Верно я сказала? Все правильно. Ну, хотелось бы отметить, в первую очередь, что проверка идентификационных номеров проводится, как правило, при регистрационных действиях. Это как снятие, либо постановка на учет в регистрационных подразделениях ГАИ. Также при прохождении государственного технического осмотра. Значит, в данном случае сотрудники сверяют правильность идентификационной маркировки в случае возникновения обоснованных сомнений в ее подлинности, либо в том случае, если она в силу времени нечитаема, назначается экспертиза. А вообще много таких случаев, когда она не соответствует? Встречаются. Но в данном случае эксперты тут сталкиваются как с умышленно вносимыми изменениями идентификационной маркировки, то есть вносимой с целью легализации ворованных либо угнанных транспортных средств, а также с изменениями, так скажем, связанными в силу длительной эксплуатации транспортных средств, ввиду чего идентификационный номер, так скажем, уже потерял свой внешний вид и в результате действий либо коррозии, либо был поврежден в результате ДТП, уже, так скажем, подвергся определенным изменениям. Хотелось бы также отметить, что при возможности восстановления, так скажем, автовладельцами в самостоятельном порядке этого номера могут возникнуть. То есть можно самостоятельно, да, его каким-то образом установить? Это достаточно затруднительно восстановить, поскольку граждане, как правило, могут применять методы разрушающего характера, то есть могут сделать, так сказать, еще хуже. Поэтому в данном случае лучше обратиться к специалистам. Мы вернемся сейчас к этому вопросу. Константин Владимирович, у нас просто есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте, как вас там зовут? Там написано, на какой денежный банкомат был это самое, купюры, да, в Дарье Спаскевичей. Я не поняла ваш вопрос, еще раз повторите. Ну, вы задавали вопрос на 20... Мы уже ответили. А на какой? Ну, на какой ваш вариант ответа? Ну, мой вариант на 20 рублей, по-моему, это... Вы знаете, вот, к сожалению, вы правильно ответили на вопрос, но, наверное, пока вы искали купюру... Нет, по-моему, купюра 2000 года выпуска была, по-моему.
Это новые купюры 2009 года, но просто, вы знаете, вы опоздали, уже был правильный ответ и был уже победитель, но, вы знаете, спасибо вам за этот телефонный звонок, и вы знаете что, наверное, еще один билет на ренессанс гитары, вот специально, да, вот, Слава, я думаю, все-таки предоставит и вам, потому что ответ правильный, но это так, знаете, такой подарок сегодня от нашей программы. 20 рублей, 20 рублей. 20 рублей, вот. Смотрите внимательно нашу программу, вы узнаете еще очень много интересного про наши белорусские деньги, не только. Спасибо вам большое за этот телефонный звонок. Я попрошу редакторов, чтобы взяли координаты и все-таки вручили пригласительный билет на ренессанс гитары вот этой нашей телезрительнице, очень активной. Она искала, наверное, долго просто купюру, немножко прозевала правильный ответ. Константин Владимирович, мы продолжаем говорить про ВИН-номера. У нас есть сообщение в Вайбере от Степана. Сколько времени займет экспертиза маркировки автомобиля? Ну, тут нельзя однозначно сказать, потому что это зависит от... Во-первых, проблем, которые возникли с идентификационной маркировкой, то есть либо она повреждена была в силу времени, то есть необходимо восстановить ее полное содержание, либо, значит, это, как я говорил, уже умышленные какие-то изменения с целью легализации. День, два, месяц? Ну, в принципе, можно в течение дня провести. Я вопрос в часах. А, в часах даже вопрос. В зависимости от сложности проводимых исследований. Ясно. Вот, я думаю, Степану и другим телезрителям мы только что дали исчерпывающий ответ. Мне интересно, Вячеслав, ты часто вообще меняешь автомобиль? Ну, менял уже, да. А вот ты когда-нибудь пытался сам определить этот ВИН-номер? И вообще знаешь, как это делается? Нет. Где он находится? Нет, где находится, конечно, знаю. У меня сейчас машина, вот, на которой я езжу, там этот номер достаточно далеко, глубоко находится, его там найти не так-то просто. Вот, хотя нашли, определили, все нормально. Все нормально, да? То есть тебя эта проблема не коснулась, да? Ну что ж, кстати, мне кажется, Вячеслав, сейчас вот самое время немножко разрядить обстановку, да, и, наверное, что-нибудь спеть для наших зрителей. А давайте. А что это будет? Говорим о фальшивках, да? У тебя даже есть что-то такое? Нет, не то, чтобы... Вот, есть такое подражание. Я же сегодня уже сказал, вот первая песня была написана совместно с композитором, который пишет музыку к сериалу «Сваты». И вот началось это все, вот знакомство с ним, с того, что я написал песню, которая была как бы подражание саундтреку к этому сериалу. Вот песенка, она такая как раз-таки осенне-весенняя. Называется «Я скучаю по апрелю». Мне кажется, самое актуальное — скучать по маю, но, в принципе, по апрелю можно. Пам-падам. За окном осень разольет багрянец, чтоб потом станцевать из листьев танец на краях, размывая акварели. Ну, а я скучаю по апрелю, ты одна в этом городе промозглом, чья вина в том, что измениться поздно, чья вина в том, что извиняться рано, не до сна. Тонут фонари в тумане, листопад, ты вместе с журавлиной стаей улетай. Пускай дворы, деревья, крыши, снегопад нам с чистого листа напишет. Ну а там, глядишь, весна. Па-па-пам, па-да-да-па-па-да-да-пам, па-па-да-пам-па-па-пам-пам. Ты прости, я глупец, каких не встретишь, но грустить смысла нет, пока на свете есть любовь. Мы с тобой ее листаем вновь и вновь. Ты же знаешь, лед растает, а пока охра укрывает скверы, и рука тянется к руке, а веры не занять. В круговерти, в карусели будем ждать все, что сбудется в апреле. Листопад, ты вместе с журавлиной стаей улетай. Пускай дворы, деревья, крыши, снегопад нам с чистого листа напишет. Ну а там, глядишь, весна. Па-ла-пам, па-ла-ля-та-д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 а-
Турция, Греция. Мы его привозим в фотографиях, в ракушках, ну и так далее. В общем, можете...
Продолжаем прямой эфир. Телефон в студии 34-22-43. Сегодня мы говорим о подделках, экспертизах и о самых разных фальшивках. Поэтому нам интересны ваши истории. 34-22-43. Звоните, рассказывайте, ну а также участвуйте в наших конкурсах. Напомню вопрос конкурса. Какой вес, на ваш взгляд, нашей белорусского рубля, нового белорусского рубля? У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Людмила. Людмила, скажите, вы знаете ответ на этот вопрос или так, пытаетесь догадаться сейчас? Пытаюсь догадаться. Ну хорошо, и как вы думаете, сколько? 5,6. Ну ничего себе, пытаетесь догадаться, это вы точно знаете. Вы выиграли, аплодисменты для вас. Спасибо большое. Действительно, наш белорусский рубль весит 5 граммов, и, ну, 5,6, что называется. Поэтому... Вот, поэтому, да, вот каждый из вас теперь может приблизительно знать, чтобы не попасть на какой-то обман. Ну, а наша телезрительница, победительница, достается пригласительный билет на 2 персоны на концерт дипломанта международных конкурсов Екатерины Фабишевской. Этот концерт состоится, дорогие друзья, 24 апреля в 19:00 в Белой гостиной Дворца Румянцевых и Паскевичей. И мне кажется, это удивительная, просто прекрасная возможность прикоснуться к настоящему подлинному искусству, к настоящей подлинной музыке. В принципе, так же, как такая же возможность есть и у наших зрителей сегодня. Напоминаю, что у нас в гостях Вячеслав Корса с гитарой. Все настоящее, звук живой, и эти аплодисменты тоже. И никакой фальшивки. И никакой фальшивки. Кстати, насчет фальшивки, напоминаю, что совсем скоро мы поговорим о фальшивых купюрах и даже устроим проверку в студии. Ну, а пока я хочу обратиться к сообщениям в Вайбере. А, вот Артем, например... Он сообщает, что ему очень часто попадаются, кто бы вы думали, фальшивые друзья. Хочу заметить, да. А вот Николаю в этом плане, мне кажется, повезло больше. Друзья подарили ему пневматическое ружье. И Николай спрашивает, стоит ли проводить экспертизу такого подарка. Вот кто, Сергей Николаевич, Константин Владимирович, кто из вас может ответить нашему телезрителю Николаю? Для того, чтобы законно его хранить на законных основаниях, так, лучше, конечно, провести баллистическую экспертизу. Но на следующий вопрос дополнит меня... Мой коллега. Константин Владимирович. Да, в любом случае необходимо провести экспертизу, в первую очередь, чтобы обезопасить себя и, так скажем, спокойно спать. Поэтому в случае возникновения сомнений лучше провести исследование, обратиться к специалистам, чтобы получить квалифицированную, так сказать, помощь и знать, что находится у тебя и что ты хранишь. А скажите, насколько часто граждане обращаются вот по поводу экспертизы оружия и боеприпасов? То есть мы уже определили сегодня, что это одно из таких активных как бы обращений. А что это вообще за обращение? Это что, вот подарки, найденные какие-то боевые? Ну, баллистическую экспертизу попадают, как правило, по обращениям граждан. Это охлащенное оружие, так называемое, также массогабаритные макеты оружия. Они, как правило, пользуются спросом у коллекционеров, а также используются при съемках в кино, при постановке военной, любители военной истории, также военные реконструкции, да, которые сегодня реконструкции, очень конечно, и используемые при различных мероприятиях, посвященных 9 мая, Дню Победы, Дню Города и иных мероприятий области и Ну, у вас есть данные, сколько таких вот экспертиз было проведено в последнее время, и что это за оружие вообще, в принципе, которое приходит, это попадает? Это оружие, не боевое оружие, то есть из него оно Вы уже успокоили, потому что, да, когда услышали статистику, как-то не совсем, да. Оно внешне очень похоже, так скажем, на те, которые использовались при реальных военных действиях. То есть с целью, чтобы воссоздать эту картину и сделать ее более реалистичной, коллекционеры вот используют данное оружие, так называемое, для определенных целей. То есть, ну, понятно, либо любители, да. А вот скажите, в каком обычно состоянии находят военные трофеи, вот, и, которые к вам попадают? И вот часто ли такие истории вообще происходят у нас? Ну, что касается оружия и в том числе боеприпасов времен Великой Отечественной войны, они составляют порядка 30% от всего объема проводимых баллистических экспертиз, что довольно-таки немало. С чем это может быть связано? Ну, пожалуй, что на территории Гомельской области в период войны велись активные боевые действия.
И в связи с этим и до сих пор люди находят на своих приусадебных участках, также при проведении ремонтных работ, ну, в том числе и при целенаправленном поиске предметов старины, могут находить данные объекты. Состояние, в котором оно находится, зависит, конечно же, от условий, в которых оно было утеряно, либо утрачено, либо целенаправленно спрятано для использования, возможно, либо в последующем. Ну, можешь нам рассказать какой-нибудь случай, такой не шокирующий, но, может быть, который вот был для вас какой-то нетипичный? У нас очень редко, но периодически бывает на экспертизе такие образцы оружия времен Великой Отечественной войны и даже более ранних времен, которые находятся в достаточно хорошем состоянии, что, в принципе, очень приятно как в историческом плане, так скажем, увидеть и подержать этот образец в руках. Ну, к сожалению, это не часто случается, потому что с течением времени и оружие тоже подвержено своему, так сказать, изнашиванию, можно сказать. Вот, поэтому большая часть это, конечно, оружие и боеприпасы времен, данных времен, уже утратившие свои свойства. И... Скажите, Константин Владимирович, а что делать человеку, который, вот, например, нашел, может быть, привез из-за границы, или получил в подарок оружие, или там часть оружия, там, боеприпасы какие-то? Куда бежать, вот, чтобы сделать такую экспертизу? Что касается огнестрельного оружия, то в Республике Беларусь предусмотрена уголовная ответственность за хранение огнестрельного оружия, а также боеприпасов. Поэтому при такой находке таких объектов гражданам, конечно же, рекомендуется добровольно сообщить об этом в органы внутренних дел. И в данном случае человек освобождается от уголовной ответственности. Что касается... А затем прийти к вам и сделать экспертизу? Уже к нам приходить не нужно, уже потому не надо, что да? инициатором в данном случае выступает органы внутренних дел для установления... Спасибо. У нас есть вопрос от наших телезрителей, от Константина. Добрый вечер, пишет Константин. Не подскажете ли примерную стоимость графологической экспертизы для частного лица? Что такое графологическая экспертиза? Графологическая экспертиза. Почерковедческая экспертиза. Какая? Написано графологическая. Это, значит, является почерковической экспертизой почерк. Да, графология. То есть стоимость этой экспертизы зависит, конечно же, от исследуемого материала. От количества материала, да, текста, я так понимаю. И затраченное проведение времени, скажем так. И того, часы, часы. Что необходимо этой экспертизой установить. Приблизительно есть какие-то рамки, которые вот Константину можно сейчас сообщить? Там от 10 рублей, от 100 рублей, не можете... Стоимость часа работы эксперта 19 рублей. В зависимости от затраченного времени на проведение экспертизы будет определена стоимость. В зависимости от предоставленного материала, исследования, сложности, все это будет в совокупности оцениваться. Ну, то есть подробности можно узнать, да, в принципе, у вас. Это можно узнать у нас. В управлении. Спасибо большое. Дорогие друзья, далее мы поговорим о том, как распознать фальшивые банкноты. И об этом нам расскажет прямо сейчас старший эксперт отдела криминалистических экспертиз Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области. Это Андрей Гулевич. Встречайте, пожалуйста. Андрей Васильевич, добрый вечер. Проходите. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. У нас здесь вот разные банкноты денежные, что говорится, мозолят глаза. Мы уже запутались, что настоящее, что нет. Пытались перед эфиром даже проверять. Но вроде бы как и Вячеслава что-то тут должно получалось немного. Вы знаете, ну, первый вопрос, наверное, важный для всех. Вот насколько вообще проблема фальшивомонетчества актуальна для Гомельщины? И часто ли вообще выявляются такие факты сегодня? Слышите? Значит, проблема фальшивомонетчества актуальна и для жителей нашего региона. Многие граждане выезжают на заработки в сопредельное государство, где приобретают фальшивые банкноты Банка Российской Федерации, Европейского Союза, США, Украины и привозят к нам сюда нашу республику. Вот как наша телезрительница в начале программы нам написала, и не знаю теперь, что делать. Вдруг это российские банкноты поддельные. Да. Беспокоится, да. Значит, в прошлом году мы провели более 80 экспертиз по фактам фальшивомонетничества. Вот в первом квартале 2018 года уже провели более 15 экспертиз по фактам фальшивомонетничества. Хочу сказать, что все объекты, которые были предоставлены на экспертизу, это являлись денежными билетами иностранных государств. Пока к нам на экспертизу
денежные билеты в Национальный банк Республики Беларусь не поступали. Не поступал. Ну, для того, чтобы этого не случилось, мы, в принципе, расскажем сегодня нашим зрителям, да, как отличить поддельную от неподдельной. Скажите, пожалуйста, Андрей Васильевич, а какие вообще фальшивые банкноты вот чаще всего выявляются в нашем регионе? Вот мы уже только что определили, что это не белорусские, а что тогда? Чаще всего встречаемый продолжает оставаться валюта доллар США. Так. Ее можно поставить на первое место. Конечно же, на втором месте будет располагаться денежный билет Банка России. Далее уже будет евро и украинская гривна и белорусский рубль. Где-то на последнем месте, они редко встречаемы. Скажите, а деноминация, она как-то усугубила эту ситуацию или никак не повлияла, в принципе? Я бы так не сказал. Белорусские деньги, как и раньше, подделываются редко, и, как правило, это грубые подделки. Вот мне интересно, Вячеслав, ты можешь, например, определить поддельную купюру от настоящей? Вот я вот сейчас хочу, чтобы ты попробовал. В нашей студии присутствуют разные купюры сегодня на самом деле. Да. Давайте поможем Вячеславу немножко сориентироваться. Ну, есть же еще такая штука, как жизненный опыт. Так, это очень важная штука, на самом деле. Самая, я думаю, важная. Потому что вот эта денежка явно меньше. Да, вот она явно меньше. Потом бумага, совершенно другое свойство бумаги. Какая-то глянцевая. Доллар все-таки он такой шершавенький немножко, да. Ну, ясно, видно, что жизненный опыт у тебя есть. Да, потом вот циферки. Вот у долларов обязательно объем. Ну, чувствуешь... Ну, я музыкант, у меня пальцы вообще чувствительные, поэтому я вот чувствую, вот, что они объемные. А ты так проверяешь доллары, когда меняешь там? Или ну, я обращаю внимание, конечно. На эти моменты обращаешь? Дело в том, что я никогда, я не помню, наверное, в 90-х годах, когда мы там что-то меняли валюту. Доллары отдай, это нашего оператора. Да, мы сейчас узнаем, насколько ты прав. Я думаю, да, проведем подобную экспертизу прямо в студии. Ну, наверное, все-таки для начала задам несколько вопросов от наших зрителей. Может быть, попробуем сразу и ответить на них. Насколько защищены от подделки белорусские деньги, спрашивает Максим. И вопрос еще от Кирилла. Могут ли быть фальшивые деньги в банкоматах? Ну и, в принципе, как отличить фальшивые деньги от настоящих? Или, ну, я думаю, я по-другому, наверное, сформулировала. Настоящие от фальшивых. Итак, давайте начнем с того, какие технологии вообще используют сегодня белорусские эксперты, работая с фальшивыми купюрами. Вот попробуйте ответить на этот вопрос, и сразу, мне кажется, зрителям уже станет более-менее понятно. Белорусские экспертные учреждения достаточно хорошо оснащены, хотя для определения фальшивок достаточно криминалистических луп, микроскопов различного лечения и приборов, ультрафиолетовое излучение, инфракрасное излучение. Все это у нас имеется. И как бы мы вполне без трудностей, без всяких определяем фальшивку. Давайте тогда более конкретно. У нас есть подготовленные слайды. Попробуем их прокомментировать. Я бы хотела, чтобы режиссер нам сейчас показал, как, в принципе, определяется подлинность купюр. Вот, например, как определить подлинность белорусской купюры 50 рублей. На слайде мы видим значит, такое средство защиты, как совмещающееся изображение. Части номинала расположены на лицевой оборотных сторонах. И когда смотрим денежный билет на просвет, эти части должны совмещаться идеально по линии с незначительным наложением, с ровным красивым наложением. Вот как показано на картинке. Слава, вот у меня в руках 50 рублей. Вот ты можешь теперь, вот, пользуясь вот таким секретом, определить? Вот посмотри на свет. Тебе видны эти знаки? Какая-то зючки какие-то непонятные. Ну, да? Когда на просвет, зючки непонятные. Тут сразу видно, да, правда? Сразу вот я думаю, что наши зрители могут прямо сейчас взять купюру и проверить дома на свет, и вы увидите, как они совпадают. Да. Так-то абракадабра какая-то. Да, на самом деле все очень просто. Хорошо, итак, скрытые изображения, да, еще часто встречаются. Расскажите нам об этом. Я попрошу режиссера включить еще раз слайд. Да, скрытые изображения имеются на банкнотах всех номиналов наших белорусских денег. Расположены они в правой части лицевой стороны денежных билетов. Выглядят вот таким вот образом. Значит, аббревиатура «Республика Беларусь». Мы можем наблюдать эту аббревиатуру при незначительном наклоне купюры. То есть в прямом виде, если мы смотрим на денежный билет, мы ее не замечаем. Так. Стоит немножко наклонить, повернуть в сторону, и она становится видимой. Спасибо. Следующее средство защиты, которое очень хорошо может помочь людям определить фальшивку от подлинного, это метки для людей с расслабленным зрением. Они расположены в левом нижнем углу лицевой стороны тоже всех билетов. Помимо этих меток тоже красочные изображения лицевой стороны в виде текста в нижней части и номинала
тоже будут иметь значительный рельеф. Все это очень хорошо ощутимо на ощупь. Достаточно просто приложить руку, поводить пальцем, и сразу становится понятно, что к чему, как говорится. Значит, к средствам защиты, естественно, также относим мы водяные знаки и защитные нити, которые должны наблюдать на просвет. Это очень немаловажно. Ну, это, казалось бы, такой момент, который знают, наверное, все, да? Взять купюру и посмотреть на просвет, чтобы был виден водяной знак. Но при этом, наверное, стоит знать еще, какие это водяные знаки на каждой купюре есть. Все верно. Если вести речь о грубых подделках, то часто их там не бывает. Зачастую, да. На это все же стоит внимание обращать. Ну, а когда мы говорим уже о подделках высокого качества, их могут имитировать различными способами. И здесь я бы посоветовал, наверное, обращать внимание на границы, на края этих водяных знаков. В подлинных они будут слегка размыты, немножко расплывчатые, что ли. А, вы знаете, я бы хотела... Высокого качества вообще бывают такие, ну, такие, чтобы очень хорошего качества? Вам попадалось в практике, чтобы вы вообще не могли определить или очень долго... Именно водяные знаки? Нет, вообще подделки, купюры, подделки бывают крутые, хорошие, ну, такие сильные подделки? Бывают, но, тем не менее, все мы определяем подделки. Ну, понятно, что определяется. Здесь можно упомянуть, конечно, подделки класса супер, если вести речь о 100-долларовых денежных билетах. Встречаются они крайне редко. Здесь надо сказать, что в денежных билетах, в таких подделках, точнее, все соответствует подлинным денежным билетам, включая способы изготовления и способы печати и все средства защиты. А, вот вы говорите, 100-долларовая купюра – это одна из самых часто подделываемых купюр. Он сегодня, вот Слава попытался отличить настоящую и нет. Давайте прямо сейчас проведем в студии такой эксперимент, а я попрошу нашего режиссера еще раз повторить слайды для зрителей, чтобы, может быть, пока мы будем наглядно проводить экспертизу, просто некоторые люди смогли для себя почерпнуть еще раз полезную информацию. Итак, у вас две купюры 100 долларов. Одна из них фальшивая. Ну, скажем так, подделка, я бы сказала, да. А вторая, наверное, настоящая. Вы быстро определили разницу? Ну, естественно, да, потому что здесь мы имеем дело, с, так скажем, с грубой подделкой, и Вячеслав тоже определил верно. Вообще, вы спрашиваете, где я ее взяла? А, кстати, где вы ее взяли? А мне предоставила ее ваша пресс-служба. Да. Ну, спасибо за вопрос, да. В данном случае мы можем наблюдать элементарно различия по размерам денежных билетов. Да? Красочные изображения будут различаться по цвету. Вот покажите нашим операторам, покажите, пожалуйста, две купюры, чтобы было понятно. Да. Ну, мне кажется, здесь невооруженным взглядом. Естественно, да. И опять же, если посмотреть денежный билет на просвет элементарно, мы увидим здесь отсутствие всех средств защиты, как водяных знаков, так и защитной нити. И ленты с трехмерным изображением. Кстати, она появилась вот в образцах, в новых образцах 100 долларов денежных билетов. Такого вот вида, который мы держим. Синяя сейчас. Такая полоса. Да. А до этого момента доллары, они, в принципе, самой незащищенной валютой являлись всегда. Ну, еще один очень важный вопрос. Что делать, если все-таки подделка оказалась в руках человека? И вот он не знает, идти покупать хлеб, или вдруг она не подделка? Вот что делать? Ваши советы все-таки подскажите. Ну, здесь, если вести речь о белорусских деньгах, которые в свободном обращении находятся в нашей стране, то необходимо, естественно, ознакомиться с теми же буклетами, которые расположены в отделениях банков, в магазинах, где подробно расписаны, опять же, все эти средства защиты, о которых мы говорили, и даже больше. И наши деньги очень хорошо защищены, и человеку труда не составит, в принципе, отделить фальшивку от подлинного. Ну а если же говорить о деньгах иностранных, будь то доллары, российские рубли и прочие, то первый, самый главный совет – это, конечно же, осуществлять все валютные операции в кассах наших банков, так скажем. Ну, а все же, если купюра оказалась в руках каким-то образом, человек побывал где-то за границей на отдыхе и так далее, и привез ее сюда, к нам в страну, то, опять же, по аналогии с белорусскими деньгами, исследовать ее, посмотреть средства защиты, водяные знаки, волокна в некоторых деньгах встречаются очень хорошие. Способ. Спасибо. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, сразу после рекламы мы расскажем, как обезопасить себя от фальшивых сделок. Оставайтесь с нами.
Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир 34-22-43. Телефон в студии. Звоните, пожалуйста, далее в нашей программе. Мы поговорим о фальшивых сделках. Вот как обезопасить себя при купле-продаже квартиры или, например, оформлении завещания. Об этом расскажет начальник управления судебно-психиатрических экспертиз Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области Денис Петрович Мистюкевич. Встречайте, пожалуйста. Денис Петрович, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада видеть вас в нашей студии. Проходите, пожалуйста. Вы утверждаете, что сегодня есть способ, как обезопасить себя от фальшивой сделки. Вот расскажите нам, пожалуйста, об этом подробнее, приведите примеры, в каких случаях вообще к вам обращаются граждане наши. Действительно, в настоящее время есть способ, как обезопасить себя от фальшивой сделки, а в том числе и оградить себя от негативных последствий сделки, совершенной лицом, которое страдает психическим заболеванием. Основным компонентом сделки является волеизъявление. И, к сожалению, волеизъявление может быть нарушено вследствие психологических либо психопатологических механизмов. В целях защиты имущественных интересов граждан и принятия превентивных мер по недопущению совершения таких сделок лицами, страдающими психическими заболеваниями, которые в последующем судом могут быть признаны недействительными, рекомендуется проводить добровольную психолого-психиатрическую экспертизу на предварительном этапе до совершения юридически значимой сделки. Хорошо, вот психиатрическая экспертиза, какие гарантии она дает в дальнейшем, что это действительно, ну скажем так, нельзя будет оспорить в суде? При производстве психиатрической экспертизы по обращению граждан, ну, перед сделкой, получается, экспертами-психиатрами изучается полностью личность человека, исследуемого, мы так называем, его индивидуально-психологические особенности, в том числе мотивационные, эмоционально-волевые сферы, которые участвуют в принятии решения по сделке. Вы так хорошо рассказываете, чтобы наши зрители только четко уяснили, о чем вы сейчас говорите. Если более простым языком, то при производстве экспертизы эксперты-психиатры определяют, страдает лицо психическим заболеванием, либо не страдает. Если мы устанавливаем какой-либо диагноз психического расстройства, то мы должны соотнести, как это психическое расстройство влияет на, так скажем, способность принятия решения. То есть, не все психические расстройства, если лицо страдает, к примеру, каким-то заболеванием, это не значит, что оно сразу не сделкоспособно. То есть надо определить степень выраженности этих психических расстройств. Это все производится при нашей экспертизе. Вот, допустим, я хочу купить квартиру или машину. Вот могу я попросить продавца? Вот я у Славы хочу купить гитару. Но Слава в какой-то момент не внушает мне доверия, да, вот допустим. Могу ли я попросить Славу пройти подобную психиатрическую экспертизу? Ну, например, за свой собственный счет, чтобы себя обезопасить. Я так понимаю, речь идет, наверное, о дорогой гитаре, с которой жалко будет расстаться потом, если вдруг признаем сделку недействительной. Вы можете настоять на том, чтобы человек, который продает эту гитару, обратился к нам и прошел психиатрическую экспертизу. Слава прошел, допустим, такую психиатрическую экспертизу. Экспертиза показала, что Слава здоров, я купила гитару и могу спокойно спать, что он никогда у меня ее, в принципе, не вернет обратно. Что-то типа этого? Все верно, да. Что-то то есть речь идет о том, что если мы даем заключение сегодня, и вы, к примеру, сегодня же в этот же день заключаете сделку у нотариуса, либо на следующий день, то, конечно же, оспорить заключение психиатра будет практически невозможно, потому что психическое расстройство не развивается за полдня, если, конечно, другие там есть ситуации, сбила машина, упал кирпич и так далее, которые мы не будем говорить. А что вообще показывает практика? Были ли случаи, когда, например, нотариус, риэлторы настаивали на такой экспертизе? Действительно, нотариусы к нам направляют граждан, потому что в соответствии с законом о нотариате нотариус при удостоверении сделки может порекомендовать гражданину, который, как вы говорите, не внушает доверия. Да, не внушает доверия. Нотариусу, обратиться к нам, либо он без нашего заключения просто не удостоверит эту сделку. Завещание, дарственное, там, какие угодно сделки. Слав, ты так задумался, не буду этого гитару покупать, не переживай. Я о другом. Как тебе вообще такая вот идея с безопасными сделками и психиатрической экспертизой, в принципе? Очень хорошая идея, потому что мне кажется, что... я даже могу себе представить какие-то реальные ситуации, в которых, например, мне было бы интересна такая информация. То есть, мне кажется, у тебя даже какая-то история, которую ты задумался и не хочешь просто... не хочу ничего рассказывать. Не хочешь просто рассказывать, да. Но в любом случае тебя это заинтересовало. Очень. А мне вот интересно, чем экспертиза, которую проводит ваше управление, отличается от заключения, например, обычного нарколога или обычного психиатра? Объясню. Получается, экспертиза проводится в Государственном комитете судебных экспертиз. Мы эксперты, выполняющие этот вид деятельности. Врач, который работает в системе здравоохранения, к примеру, нарколог или психиатр, он выдает справку о наличии
наличии диагноза. Ну, допустим, человек состоит на учете у нарколога по синдрому зависимости от алкоголя. Вы получите это заключение. Если вы будете проходить экспертизу перед совершением сделки, помимо этого, ну, диагноза синдрома зависимости от алкоголя, эксперты-психиатры еще оценят, как синдром, ну, синдром зависимости от алкоголя, хронический алкоголизм, чтобы все понимали, как он влияет на принятие решения человека по сделке. То есть мы отвечаем на экспертные вопросы. Ну, получается, система здравоохранения на эти вопросы не отвечает. Да у вас прям какой-то уже сериал современный. Это не их компетенция, то есть это наша компетенция. Спасибо большое. Действительно, вот прям на большой прогресс, мне кажется. Кому вы посоветуете в обязательном порядке обращаться вообще к такой процедуре? Ну, в обязательном порядке, прежде всего, хотелось бы обратить внимание это лицам, которые старшего возраста, ну, к примеру, там, за 70, которые имеют ряд соматических заболеваний, обращаются к терапевту, кардиологу, невропатологу. Либо... То есть, чтобы потом волеизъявление их не было как-то наоспорено. Конечно. Либо лица, которые перенесли инсульт, травмы головы, наличие каких-то нарушений памяти, плюс, ну, естественно, которые стоят на учете у психиатра. Тут уже без нашего заключения сделку совершать, наверное, все-таки опасно. Что должен предпринять человек, чтобы в отношении него вот была проведена такая экспертиза? Здесь абсолютно все элементарно. Человек, который собирается там, подарить, завещать, там, ну, оформить какую-то там, недвижимость, он должен обратиться к нам в управление с паспортом, написать заявление на производство данного вида экспертизы на возмездной основе. Мы заключаем договор, после чего наше же управление собирает необходимые документы. Это делается в максимально короткие сроки, причем мы учитываем сроки производства экспертиз по, так скажем, условиям заказчика. Если заказчик к нам обращается, ну, грубо говоря, в понедельник, он говорит, у меня у нотариуса будет сделка в четверг, то мы там вторник собираем документы, назначаем осмотр на среду, к четвергу мы подготавливаем заключение, если человек является сделкоспособным, то в четверг заключается сделка. То есть мы делаем максимально короткие сроки. Денис Петрович, эти аплодисменты для вас, потому что та информация, да, которую вы сегодня рассказали нашим зрителям, уверена, многие даже не знали. Наша передача заканчивается. Есть несколько интересных сообщений в Вайбере. Давайте попробуем коротко на них ответить. Ольга спрашивает, часто ли эксперты используют в своей работе полиграф. И вот действительно, мне тоже интересно, в каких вообще экспертизах используется сегодня этот чудо-прибор. Полиграф используется в настоящее время. Это один из новых видов экспертиз, психофизиологические экспертизы, которые в настоящее время проводятся в центральном аппарате нашего Государственного комитета судебных экспертиз. Используется полиграф для оценки психофизиологических реакций человека, направлен на сокрытие информации. То есть, если опять же сказать более простым языком, обладает ли человек скрываемой информацией по делу? Ну, к примеру, подозревает его в преступлении. Соответственно, получается, это проводится экспертом-психологом, который прошел переподготовку на полиграфолога. Составляется непосредственно опросник, в котором указываются, ну, те значимые моменты, которые по совершению преступления. Знаете, и он дает... Да, это он и есть. Ну, да, получается, как детектор лжи, но это полиграф. И получается, эксперт дает оценку, что если человек причастен к этому, да, он дает эмоциональную реакцию, к примеру, там, на какие-то значимые вопросы. И по заключению, ну, отвечается, что человек обладает какой-то информацией, которая может иметь значение там, по делу. Население к вам часто обращается с просьбой проверить, там, не знаю, супруга, соседа там, на полиграфе? Но у нас эта экспертиза проводится пока только в центральном аппарате. Понятно. Нам спасибо большое. Как пройти... Вы знаете, вот этот вопрос ждала раньше. Как пройти генетическую экспертизу? Каков порядок и стоимость? Вот наш телезритель с инициалами РА задает такой вопрос. Опять же, генетическую экспертизу, я так понимаю, это по определению отцовства. Можно обратиться в наш, ну, не в управление лабораторных исследований, общественных доказательств, которое располагается на Ландышева 19. Там получается, опять же, заключить договор, оплатить услуги. Ориентировочная стоимость на семью, по-моему, около 185 рублей. От 185 рублей. Это вот на семью из трех человек, по-моему. То есть так рассчитывается на семью, да? В брошюрке мы там все... Ясно. Ну, ориентировочная стоимость есть уже, хорошо. Спасибо большое. И еще вопрос от Алексея, где готовят судебных экспертов. Мне тоже это интересно очень. Кто знает? Опять же, тут получается, в комитете судебных экспертиз это многопрофильная структура. То есть под единым, так скажем, под единой крышей собраны эксперты разных специальностей. Если брать медицинскую специальность, то вначале надо человеку получить образование в медицинском университете, после чего распределиться в комитет судебных экспертиз и пройти переподготовку на базе Центрального института в Минске. Переподготовки наших кадров. Спасибо большое, Денис Петрович. Сергей Николаевич, вы можете добавить что-то? Ну, например, как уберечься от подделки? Вот ваши общие советы, рекомендации нашим зрителям. Должны быть люди внимательны, так. Осторожны, знать признаки хотя бы
самые простейшие поддельных купюр. Способы, конечно, их изготовления не знать не будут. Ну и желательно, конечно, как сказал мой коллега, проводить все валютно-обменные операции в отделении их банка, потому что даже наличие этих знаний не дает стопроцентную гарантию обеспечить, сохранить, как там, приобретение этой купюры в неустановленных местах. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, мне хотелось бы поблагодарить всех участников и зрителей нашего сегодняшнего прямого эфира. И я очень надеюсь, что советы нашей программы помогут вам все-таки не быть обманутыми. Ну, а закончить нашу сегодняшнюю программу еще одна песня в исполнении Вячеслава Корсы. Но прежде, Слава, в двух словах о своих творческих планах. Расскажи нашим зрителям. Выступать. Есть в планах гастрольный тур, несколько проектов творческих. Но лето покажет, летом начнем подготовку. Ну, до лета, я думаю, ты еще не раз появишься в нашей студии. Поэтому будем встречать лето. Спасибо. Итак, Вячеслав Корса, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Кстати, следующий выпуск нашей программы выйдет 23 апреля. До новых встреч в прямом эфире. Что-то в моей жизни все не то и все не так. День похож на день, и ничего не происходит. Только вечерами подступает пустота, и болит колено к непогоде. А в окно стучится запоздалая весна. Ото сна очнусь и расчехлю свою гитару. Знаю я, понять с меня сумеет лишь она. А с тобою мы давно не пара. Где ты? Шум ночей бессонных, на вопрос резонный не найти ответ. Лето с привкусом шансона. За июльским солнцем я спешу к тебе. За июльским солнцем я спешу к тебе. Знаешь, я ушел лишь потому, что первый шаг делать не пришлось тебе. Мы оба виноваты. В доме у меня живет бездомная душа. А на ней заплата на заплате. Майскими ночами я выгуливал ее, не давал остыть, берег от солнечного света, чтоб не позабылось ей, как правильно любить. А сейчас меня встречает лето. Где ты? Шум ночей бессонных, на вопрос резонный не найти ответ. Лето с привкусом со шансона, хриплым саксофоном я вернусь к тебе. Хриплым саксофоном я вернусь к тебе. И тут я вместо саксофона па-ба-па-ба-п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 а-